14 марта состоялось первое заседание молодежного совета в обновленном составе. В ядро общественной молодежной организации при администрации муниципалитета вошли 17 человек. Идейные и деятельные молодые люди – представители различных юношеских социальных групп, от школьников и студентов до молодых специалистов в различных трудовых областях. Задача коллектива – представлять интересы молодежи, реагировать на их запросы в культурно-просветительской деятельности. Активный досуг, организация площадок для реализации смелых проектов и зон для развития своих увлечений. Курирует деятельность совета заместитель главы города Александр Новиков. Что такое молодежный совет? Это коммуникационная площадка. Это площадка, на которой благодаря вам и с вашей помощью мы можем взаимодействовать с молодым населением нашего города для того, чтобы вникать более тщательно в их запросы, потребности, пожелания, жалобы и так далее, и вместе с вами их стараться решить. Развитие молодежного движения, повышение его социальной активности – направление, которое в городе волнует многих. Поэтому на заседании присутствовала также управляющая делами администрации Василина Черных. Мне бы очень хотелось, чтобы ваши действия, ваши решения имели практическое значение, имели социальное значение в нашем городе, и чтобы это был действующий молодежный совет, который будет приносить все новое в наши ряды, который будет давать нам какую-то жизненную энергию для того, чтобы мы тоже понимали, что за нашими спинами идет молодое поколение, которое готово работать, действовать и быть участливыми во всех наших начинаниях. Председателем совета была избрана Анна Артамонова. Предстоящий срок – это второй год ее председательства. Также общим голосованием были распределены другие должности, составляющие структуру организации. Каждый член совета надеется, что предстоящий год станет продуктивным, а реализованные идеи помогут разнообразить жизнь города и молодежи Десногорска в частности. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.